И снова здравствуйте. Сейчас я расскажу вам, как легко и просто с нашим видеоредактором можно добавить фоновую музыку к ролику или заменить звук в видео. Итак, допустим, в проекте у нас есть видео. Мы хотим добавить фоновую музыку. Для этого с вкладки «Аудио» перетаскиваем в проект нужную композицию. Параллельно «Видео». Вот так. В этом случае программа будет микшировать звук двух параллельных дорожек или более. То есть будет одновременно идти звук и с ролика, и с аудиодорожки. Если вы хотите убрать звук видео и оставить только фоновую дорожку, делается это так. Правой кнопкой мыши кликаем над нашим роликом и выбираем пункт меню «Настройка громкости звука». Вот, программа перешла в режим редактирования уровня звука. Видите линию посередине блока видео? Это и есть уровень громкости. Мы можем перетаскивать эту линию вверх, чтобы сделать звук громче, или вниз, чтобы сделать звук тише. А чтобы убрать звук совсем, мы должны перетащить эту линию в самый низ ролика. После чего можно кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать «Закончить редактирование аудио». Все, теперь звук будет браться только из внешней аудиодорожки, в чем легко убедиться, нажав на кнопку воспроизведения. Вот. Кроме этого, в программе есть более гибкое редактирование звука. То есть мы можем изменить громкость звука только в какой-то определенной части ролика. Вот на примере аудиодорожки сейчас покажу. Точно так же выбираем меню «Настройка громкости звука», и по нажатию правой кнопки мыши в этом режиме мы можем добавлять неограниченное количество так называемых ключевых точек. Вот добавили 3, после чего мы можем менять звук вот так, перетаскивая определенные точки. Видите, можно таким образом приглушить звук в какой-то определенной части видео или, например, какое-нибудь там слово нехорошее убрать из эфира. Вот. Такие дела. После чего не забывайте нажать на кнопку «Сохранить видео», чтобы получить итоговый ваш самый лучший фильм. Спасибо за внимание.